ребята проявили в сегодняшней игре характер. И играть полтора тайма в десятером против достаточно квалифицированной команды сложно. Мы перестроились и пытались создать минимум моментов для соперника и контратаковать, что по большому счету получалось. Но Рух не мог забить, значит, помог это сделать Щербаков. Поэтому, конечно, судейские удаления на 30-й минуте. Одинаковые правила, но в этой игре для Немана и для Руха они были разные. Считаете ли вы, что удаление было незаслуженным? А вы не считаете? Вы видели нарушение у ТВ? До этого у него карточка была. Вот такой же срыв атаки был. Или там незаслуженно, или просто, может, Рух побогаче, или как вы считаете? Вы смотрели, нет? Да. Ну, а что вы мне такой вопрос задаете? То есть, если оно заслуженно, оно бы для обоих заслуженно. Если не заслуженно, значит, для там, чтобы был срыв атаки, какой срыв атаки, не в своей штрафной были, какой там срыв атаки был. Но там есть судейский комитет, Летяга, он разберется, наверное. Конечно. Вопрос о моменте с пенальти. Ну, то, что я видел, то, что посмотрел по картинке, я не судья. На мою думку, его не было. На думку арбитра оно было. Почему первые замены были уже после пропущенного гола? Ну, если вы внимательно смотрели, эти замены готовились. Гол здесь никак на них не повлиял. Просто они совпали, уже ребята были раздеты и готовы были выйти. И в этот момент случился пенальти. Так до пенальти команда, в принципе, сохраняла рисунок. И вот за исключением выхода Диало, по-моему, один в один, мы достаточно хорошо играли в обороне. Угу. Благодарю. Вопросы еще, коллеги? Вопросов нет. Пресс-конференция закончена. Ты на память возьму, да? Можете задать себе? Тяжелая игра. Немо всегда непростой соперник, тем более сейчас. Ну, поэтому рады, что победили. Угу. Благодарю. Вопросы, коллеги? Да, представьтесь. Кирилл Петрович, скажите, пожалуйста, как после удаления отреагировали, что говорили в перерыве? Ну, мы немного хотели перестроить игру, то есть те взаимодействия, которые нам нужны были при полном составе Гродно. Они нам в этом моменте уже не понадобились, поэтому мы чуть-чуть по-другому выстроили то, что должно было бы принести пользу. Угу. Спасибо. Вопросы еще, коллеги? Да. Первым выпустили на замену молодого Мираевского. Доволен ли тем, как он проявил себя? Какую задачу перед ним ставили? И как со здоровьем? Со здоровьем еще пока не знаем. Вот, потому что диагноз еще не поставили. Тем, как выглядел, мы довольны, да. И, в принципе, выпускали его. Это футболист, который без проблем может обыгрывать один в один, один даже в два. И с учетом того, что понимали, что больше времени будем проводить на чужой половине поля, то понимали, что нам понадобятся именно те качества, которыми он обладает. Ну, плюс-минус что-то получилось из этого. Угу, спасибо. Вопрос еще. Почему сегодня не Кофференко не было заявки? Ну, потому что по спортивному принципу еще не попадает, но при этом Олег, у него достаточно хороший потенциал и он талантливый парень. Мы надеемся, что в скором будущем он себя проявит и, соответственно, появится на поле. Угу. Спасибо. Вопросы еще есть? Вопросов нет. Спасибо.